и понимать, как это работает. И шла я в методику ради увеличения доходов. Но потом я поняла, что я нашла в ней нечто большее для себя, поскольку прежде чем прорабатывать доходы, нам в первую очередь нужно снять свои какие-то обиды, и в первую очередь это наши обиды на родителей. С моим отцом у меня отношения с самого детства были, мягко говоря, неважными. И даже когда я, повзрослев, уже приезжала к ним домой, каждый раз происходили какие-то конфликты и скандалы по любому поводу. И когда я начала проработки обиды на отца, мне далось это очень нелегко, поскольку я не осознавала, для чего эта обида была мне нужна. Но закончив эти проработки, у меня было такое ощущение, что многолетний груз свалился с моих плеч. Мне настолько стало легко, я поняла, что я отпустила эти обиды, что да, они были мне для чего-то нужны, наверное, в